Ребята, помогите! Петровича атакуют черные банки! Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Всем привет, мои друзья! Поздравляю всех с началом учебного года! Желаю хороших оценок, слушаться учителей и ставить лайки Петровичу! Ух ты! Смотрите, ребята, какая интересная разноцветная машинка! Давайте проверим, как же она ездит! Здорово, Петрович! Вот ты шалопай! Лишь бы на машинках покататься, лучше бы сам в школу сходил, да поучился. Кстати, там есть урок химии. Не, школа это не мое. Я же мультики снимаю и эксперименты провожу, да и в школу пластмассовых не берут. Ну тогда, Петрович, пошли делать опыты. А, что это за чернила на дороге? Это не чернила, Петрович, а перекись водорода для нашего нового опыта. Тормози уже, Петька! Ребята, помогите! Петровича атакуют черные банки! Ну, Петрович, сам напросился. Смотри, кто к тебе идет. Думаю, он тебя остановит. Ой, кто-нибудь, помогите, помогите! Что это за гигантские лапы на моей машине? От них сейчас кузов треснет по швам! Фух, выбрался. Ага, кажется, я знаю, кто этот великан. Посмотрим. Ребята, вы только посмотрите. Это же огромный слон, который держит маленького слоненка на спине. Привет, Петрович. Все верно, я слон, и мне нужна твоя помощь. В нашей стране давно не было дождей, и нам со слоненком надо бы помыться. Конечно, помоем, слоненок. А чтобы помыть слона, нам понадобится перекись водорода, немножко жиденького мыла, две стеклянные бутылочки, красный и синий красители. И вот это тяжелая-притяжелая жидкость, которая называется сухие дрожки. Это не дрожки, Петрович, а уже заранее размешанные дрожжи. Итак, друзья, давайте зальем в нашу стеклянную бутылочку перекись водорода. Ой, Петрович, ты чего такой пухленький? Тебя что, осы покусали или ты уже конфет объелся? Да нет же, это закон физики. Вода взаимодействует со стеклом и увеличивается мое тело. А кому нравится наш опыт, жмите лайк. Ребята, пришло время добавить в нашу бутылочку синий краситель. А теперь осталось напшикать жидкого мыла, добавить дрожжи, и должна получиться пена для слона. Ох, наверное, хорошая пенка у вас получится. И мы со слоненком будем чистые-пречистые. Итак, друзья, наконец-то осталось залить наши дрожжи и смотрим, что у нас получится. Ух ты, здорово получилось! Много пены нашему слоненку не помешает. Петька, чего стоишь? Скорее натирай слона! Мыло с щеточкой возьму и слоненка я натру. Уши, хобот, голова, все отмоем, детвора. Будет чистым наш зверек. Ставьте лайк и на урок. Друзья, ну а мы еще раз попробуем сделать пену для нашего слоненка. Добавим перекись водорода. Накапаем немножко красного красителя. И добавим совсем чуть-чуть жидкого мыла. Смотри, Петрович, отличная пена получилась. Давай домывай слоненка и отпустим его в свою страну. Хороший слоненок, будешь чистеньким и пушистеньким, а когда приедешь в свою страну, все звери сбегутся посмотреть на тебя.
Спасибо вам, ребята. Теперь мы со слоненком стали чистыми, и я обязательно расскажу всем, какие у меня добрые друзья. Ребята, ну а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующее видео было еще интересней. Будьте всегда чистыми и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Пока-пока!